Привет, друзья. Я еду домой от Рублево-Успенское шоссе. Вот эти, кстати, тропиночки помнят меня 35 лет назад, когда я ходил в школу. Я учился в Барвихинской средней школе, которая была расположена в Жуковке. Деревня Жуковка. Самое известное и раскрученное место в Российской Федерации. Так же, как и Барвиха. Так, друзья, по поводу франшизы и онлайн-школ. Мы продолжаем обучать третий поток по онлайн-школам. Это организация визового центра в своем городе, в своей стране. Опять же, если вам это интересно, вы можете перейти по ссылочке под этим видео, связаться с нами. Мы расскажем вам, какие у нас есть программы. Также вы можете перейти на наш лендинг, на наш сайт. Там есть вся информация по онлайн-школам. У нас сейчас три онлайн-школы, которые позволяют в короткие сроки освоить миграционную тематику, получить техническое и юридическое сопровождение, помощь на всех этапах. Это не просто так, вы посмотрели видео и вас там отправили в свободное плавание. Нет, это видео, 8 часов записанных уроков, плюс техническое, юридическое сопровождение. Физически мы будем вам помогать, разбирать ваши проблемные ситуации, если они будут. Ну и самое главное, вы научитесь создавать качественный продукт и оказывать услугу. Это 50 направлений по Евросоюзу, это направление США и Канада, это направление Мексика, любимое мной направление, которое я уже фактически 3 года веду. Сейчас вот недавно поставил ролик, когда мы в первый раз оказались в Мексике. В общем, все интересно. Ну и плюс у нас есть франшиза, это когда мы полностью упаковываем ваш бизнес с нуля и до первых результатов. Также там предусмотрено роялти, по которому мы даем вам клиентов, делаем рекламу и развиваем вашу торговую марку. У меня на футболке написано «Шицинник». Это город в Польше, который я обошел полностью. Это красивый город с крупными предприятиями, в которые, кстати, едут наши клиенты для того, чтобы получить ВНЖ и далее паспорт Евросоюза. У вас есть возможность присоединиться, ну и дальше уже подавать на американскую визу, имея рабочую визу в Польшу. Это, кстати, дает очень большие преимущества для подачи на американскую или канадскую визу в Варшаве или в Кракове.